Ну, зайдемте сюда. Верно, у меня тут картошку вытащу. Вот. Тут с Москвы приехали, вот. Ходят, смотрят. Чё не лаешь? Чё, молодой ещё? Молодой. Вот баня тут у меня. Ну куда, уже 90 лет. Какой рыбак? До этого-то с бабушкой рыбак. На удочку. Мастерица была. Ужас. Ночью коров доит. Всё уже видят? В 5 часов уже. На лунках темно. Любила? Ой. А как бабушку-то звали? Мария Тимовна. И девки идут, рыбачки эти. Женить. Вот начали выбирать. Это. Не, это не подойдет. Нет. Это, не. А вот 5 мужиков или 6 было. Ой, не, это не пойдет. И вот дошли до Маруськи. Все. Вот это подойдет. Маня, 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 иди. Манька. Чё, Шарик? Радиокурсы в 9-й. 2 месяца получили, морянку побили. Ничего, говорит, на фронте не учишь. Драгун, я Орел-10. Иду работать. Без моей команды, без нашей земли работать не будет. Когда пополнение пришло, свезли нас. Вот теперь, говорит, езжайте домой. Вот мы походили, костюм взять. Взяли костюм-то? Ага. Какой? Не дошли. Не дошли. Потом в карты проиграли дорогу. Это кому проиграли-то? Майор пришел, все хочу все. Во что играли? В очко, в деньги. Ну-ка. Давай, давай, так, так, ты. Не, подожди, подожди. Я не включил, включи там на столе. Ну, да, да. Давай, так, все выйдем сюда, пойдем. И хотел вот оттуда к морю. Алексей Васильевич, там с администрации приехали забор делать, говорят. Кого? Забор делать вам. Доск привезли. То есть вы. Забор делать будем. Который? Вот этот. Полисадник. Мэр отправил. Ну, делайте. Сделаем. Пойдемте чай пить. Давайте будем. У вас хозяйка-то в каком году скончалась? В 90-м. Угнала собачья. У нее давление 280, 270. До 300 доходило. Пришла, села там, а мы там с моря пришли. Рыбу жарили. Что-то стукнуло. Ее упала. Забежал, кое-как запихал. Я говорю, что такое? Да еще и сказала. Ну и бухнулась, говорит. Я говорю, лежи, смотри, обратно забежал. Лежу, а опять
стук было. Затащил, не бормочет. Я до машины, до больницы привез. Врача, что парализация, говорит, не трогайте. Звоню молодцы, Светлане, ходите, так за полтора часа, за час. Посмотрели, приехали, в больницу надо везти. Расстегнула я, шестерка еще у меня была. Расстегнула я, так, понял, кладем. Дел 15 полежал, нет, больше. Ходили, ходили, ну, дежурили невестки. А потом, а Светлана живет рядом с больницей. Говорит, что ходите домой, перенесли ее. Значит, травы доросла, ягод, а ты лежишь. Она так вдулась, засобиралась вроде. Наши урод. Ой, жить-то. Потом я вышел на крыльцо покурить. Со Светланой разговаривал. Светлана пошла. Гляжу. Закричала Светлана. Все. Вот говорю, что не езди. Что, ну, машина старая, дорога плохая. Вот так собачья я угнала. Поставила меня. Ну, за Россию болею. Вылет Бог. Все. Чемпионат мира будет в июне. С этой стороны. Не-не-не, вот этим большим надо завязывать. Видишь, большой конец. Теперь опять вот сюда вот. Заводи. Ага. И пропяховой. А вот это я понять не могу. Да не, нормально, вот оно. Класс. Это откуда привезли-то? Как? Откуда, кто привез-то? Кто привез? Покупал, вот и что. Красота. Красота. Жириновского надо выбрать. Чтобы повеселиться, что ли? А? Чтобы повеселиться как следует. Повеселить. Ну, прямо потеха. Сейчас хорошо. Раньше в каждой деревне передвижные эти... Кинотеатры? Картины, эти... Фильмы. Ты как-то пойдешь, отдохнешь. Да картины хорошие, все. Вот кино нету. Опа! Опа!